bounds. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка очередной посылки с сайта AliExpress. Здесь беспроводные Bluetooth наушники класса Hi-Fi Acephas T3. Давайте откроем и проверим их. Посылка шла 10 дней из Гонконга. Доставка была курьерская, упакована в пупырку. И внутри вот такая коробка. Коробочка фирменная на магнитах. Вот такая классная упаковка, можно смело дарить. Так мы и сделаем. Наушники премиум класса. Диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20 тысяч герц. Ну, сейчас мы проверим качество звучания. Зарядная коробочка, футляр. Разъем типа Type-C. Коробочка прозрачная. Встроенный аккумулятор 470 мАч. Так, сами наушнички вот здесь тоже заклеены. Так, вот сами наушнички. Имеется два цвета, черный и белый. А здесь встроенный аккумулятор на 40 мАч. Работают в режиме прослушивания музыки до 4 часов. В режиме разговора от 5 до 7 часов. Так, что у нас здесь еще, кроме наушников? Мануал, кабель зарядки и запасные вкладыши. Ну, разных размеров, я имею в виду. Мануал на английском. Ну, сейчас надо будет разобраться немножко, потому что управление здесь сенсорное. Решил поставить на зарядку, друзья. Ну, видите, горит зеленый огонек, если вам видно. Коробочка полностью заряжена. Ну, пусть постоять немножко на зарядке, посмотрел. Оказывается, и русский язык здесь имеется. Так что здесь имеются все языки. Инструкция по использованию. Вот здесь вам видно. Так, друзья, сейчас проведем сопряжение с телефоном. Так, открываем зарядную коробочку и одновременно вынимаем наушники. Они автоматически включатся. И без подключения к какому-либо устройству они должны отключиться через 5 минут. Включаем Bluetooth на телефоне и ищем новое устройство. Вот новое устройство Acephas T3. Идет подключение. Все подключились. Ну, звук, я скажу вам, обалденный, друзья. Вот такое звучание. Управление тоже несложное. Ну, как обычно, управление сенсорное в наушниках. Двойной этап. Стоп. Двойной этап воспроизведения по любому уху. Так, тройной этап. Следующий трек по правому наушнику. Тройной этап по левому уху. Предыдущий трек. Так, громкость. Просто нажатие на правое ухо больше. При достижении максимальной громкости появляется звуковой сигнал. Тише на левое ухо. Так, отвечаем на звонки. Двойной этап. Ответ. Двухсекундное удержание. Отклонить вызов. Звук классный. Я не знаю, будет вам слышно или нет. И высшие частоты, и низшие частоты. Все в норме. Звучат как на дискотеке. Так, друзья, через радиомикрофон я вам не смог передать звучание, потому что что микрофон, что наушники работают на одних частотах, можно сказать, на одной частоте 2,4. Я не знаю, если вам слышно, то звучание
классное, звучание обалденное, и высшие частоты, и низшие, все в норме, и звук наичистейший. Вот такие наушники. Все-таки я взял в подарок, но я бы и сам не отказался от таких наушников. Ладно, я как пробовал, как пользовался проводными, так и буду пользоваться проводными. Но это очень удобные наушники. И легкое управление, послушное. В ушах сидят обалденно. Классно. Не знаю, видно будет или нет, но наушники сидят крепко и думаю, что хрен их потеряешь. Да. Сейчас я дам еще вам послушать. Обалденно чистый звук. Без каких-либо помех. Сопряжение не теряется. Вот, друзья, класс. Рекомендую. Ну, что еще про них сказать? Все. А они могут еще работать по отдельности. Каждый наушник может работать по отдельности. И сопрягаться с двумя устройствами. Например, с телефоном. К телефону можно подключить... плееру и к телефону, с плеера, mp3 плеера слушать музыку, а с телефона отвечать на звонки. Сидят классно, да, классно и крепко, и амшуры запасные есть, звук обалденный, мне нравится. Так что рекомендую. Ссылочка на них будет в описании под видео. Может, кому-то и понадобится. Ну, кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго, до свидания. Удачи вам. Пока.